Красочное театрализованное представление, катание на нартах, бойкая торговля и самый желаемый товар. 22 и 23 декабря в Ярселе пройдет долгожданная новогодняя ярмарка. Множество сюрпризов для жителей и гостей районного центра подготовили организаторы мероприятия в этом году. Под светодиодным звездным небом будут установлены ряды торговых домиков, где любой желающий сможет отведать венские вафли с разнообразными начинками, глинтвейн, чай и кофе. В большом ассортименте в этих домиках будет представлена разнообразная мясная продукция от муниципального предприятия «Ямальские олени», а также от производителя из города Киров. Кроме того, своим товаром порадуют производители из Салимала и Панаевска. По традиции, здесь, на ярмарке, покупатели смогут приобрести национальную обувь и одежду, пуховые изделия, бижутерию, сувениры и новогодние украшения. Предусмотрены и развлечения для ребятни. Красочное театрализованное представление и катание на нартах подарят массу положительных эмоций. И еще, Небесная канцелярия обещает хорошую погоду, так что с нетерпением ждем торжественного открытия ярмарки. Приходим дружными компаниями родных и друзей и делаем покупки и подарки к новому 2018 году.